Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed для первой PlayStation. Ну и в прошлой серии мы с вами добили такие Golden Era и перешли в современную эру, современную, естественно, на тот момент. Вот. Но сейчас мы давайте, как обычно, сначала зайдем в заводского пилота. Так, да, загрузиться. Ого, 83%. Я только хотел сказать, что у нас там осталось, скорее всего, не так много. Но я так, судя по процентам, смотрю, что у нас осталось 2, максимум 3 тут гонки еще. Точнее, задания. Так, и гляньте, опять она. Она лучший, видимо, пилот в этой тестовой бригаде. Или один из лучших, я вот уже не помню. Так, ну давайте почитаем, что она тут от нас хочет. Так, люди говорят, что ты достаточно... Ну, типа, сложный соперник для меня. И что ты, короче, целишься на мой титул, как... а именно тест-пилота. Тест-пилота аса. Как-то так, короче. То есть она... ас у них. Прямо ас. А может, ас написано немножко неправильно, а, блондиночка? Я бы сказала, что ты даже еще не близко к этому, в общем, к завоеванию ее титула. Ну, знаешь ли, 83% уже. Так, почему бы тебе не попробовать меня напугать, говорит она. Посмотрим, сможешь ли ты хотя бы приблизиться к моему времени на утесе к маяку. Ну, то есть она там гоняла, видимо, опять. Установила какое-то время. Ей кажется, что оно прямо заоблачное. Ну, давай посмотрим. Посмотрим, смогу ли я... Точнее, устоит ли, вот, скажем так, устоит твое время под моим напором или нет. Ха-ха. Так, у нас тем временем оружие уже очень серьезное в руках. Porsche... Воу, мы тут со встречечками? Да ладно. Сама-то ехала по-любому без встречек. Выбрала какое-нибудь время там в 5 утра, когда нету... Блин, мне 2 секунды дали просто за то, что я подпрыгнул на мосту. Но это же Porsche, ему должно быть... По крайней мере, такие прыжочки он должен проглатывать. Воу! Прям тут встречки такие в неожиданных местах. Аккуратно надо быть. О, чуть было не было. Блин, такая трасса. Ну, я тут больше газом просто играю, а не тормозом. О, вот он, маячок. Воу-воу-воу, по кочкам прыг-скок. Ну, хоть не дали этот самый штраф. Так-так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оп-оп-оп. Чё тут? Куда тут заруливать? Да что ты. Какое у него там время? 1.52 нужное время, а мы проехали 1.45. И три этих кону, ну, в смысле, три штрафных секунды. И все равно на 4, на 3,5 секунды ее уделали. Ну да. Так что, девочка, учиться тебе еще и учиться. Да. В общем, в ее лице собраны все стереотипы. Женщина за рулем, да еще и блондинка. О-о-о. Еще и блондинка такая упертая, судя по всему. И она прям думает, что она супер класс. Так, что она там нам говорит?
Ну что ж, у тебя такое, типа, время неплохое. На дороге там, на утесе, к маяку. Ну что же, новые турбины установлены. А, ну типа, короче, лошади запряжены и уже бьют копытами. Я ж тебе говорила, что ты... у тебя будет шанс, типа, сразиться со мной. Так. Давай встретимся после работы на трассе и покончим с этим раз и навсегда. Я такая прям уверенная, что прям поставлю свой титул как пилота аса. Короче, на кон. Прям какая ты самоуверенная. Уа, жуть просто. Ладно, это будет в следующий раз. Так, давайте засейваемся. Так. Да, вон, гляньте, там написано Assignment Final Showdown. То есть последний, короче, прям такой заезд будет это. Так что все. Останется нам последняя гонка с ней. Прям такая она. Титул свой ставит. Ну, понятно, раз титул ставит, все, мы ее бьем, и титул переходит в наши руки. Так, ну что, теперь самое главное блюдо. Режим эволюции. Загрузка. В прошлый раз мы, по идее, засейвались уже в... Да, вон Modern написано, 58%. То есть, сейчас должны быть уже в современной эре, да. Да. И... Так, ну давайте зайдем в турниры. Наверное, сегодня проедемся первый класс. Точнее, третий класс. Имеется в виду первый класс по списку. Так, ух ты, а тут боксеры 968, ой, 911 C4, 70 тысяч, да, за призовой фонд. Так, Porsche Center. Давайте в Нью зайдем. О, какая тут музычка заиграла. Так, селикар. А, у нас сразу он первый стоит Бокстер. Бокстер 80 тысяч. Там какой-то был Бокстер S. Вот 968. Так, это 99 тысяч. Класс 3. Так. Купешный. 968. 968. C5. 102 тысячи. 911 Carrera. Так, ну он там, по-моему, не может участвовать. Хотя он третьего класса. Carrera 4. 130 тысяч. И все, третий класс-то, в принципе. Carrera 2. 108. В принципе, ценники у них, у Carrera у всех плюс-минус одинаковые. Так, и по... Во, Boxster S. Ага. 90 тысяч. Так, ну, похуже он, чем Carrera. Так, ладно, дальше пошли. Класс второй, да? Второй класс. Carrera RS. Блин, не Carrera. И вот это самый последний Carrera. 996 он же, да? 2000-го уже года, ого. Как это вообще новье? Практически машина чуть ли не из будущего. Так, мне вот интересно, если мы вот эту Carrera возьмем, например, сможем мы участвовать в этом? Но она класса третьего. Так, Car Data, Change Color. А, скинулась на Boxster. Блин, столько машин. Просто кошмарики. Так, где тут? Boxster S? Нет.
выбираю между Carrera 4 и Carrera 4. 89 года. Так, а это по показаниям чуть-чуть хуже буквально 90 года. Ну, давайте тогда вот эту возьмем 89 года. Так, окей. Change color. Более темный взять. Ну, ладно, давайте вот такой. Ну что, берем тогда Carrera 4. Окей. Ну что же, поехали. Tournament. Так. 80 и 100 тысяч. А, ну 911 C4 это и есть 911 Carrera 4. Да-да-да. Понятно. Понятно. Так, ну все, поехали. Так, Select Car. У нас нечего выбирать. Едем. Так, Advanced. Ага. Так. Ладно, никогда мы квалификацию не ездили. И здесь не будем изменять традициям. Так. Итак, ребята, в общем, произошел небольшой сбой. И на самом деле, вот за ту секунду, что сейчас прошла с загрузки, а в реальности прошли сутки. У меня, в общем, вчера я не успел записать серию. Пришел с работы сосед, с которым вот мы тут вынуждены ютиться. Ну и, в общем, мне пришлось выключить запись, потому что ну, он бы тут ходил, мелькал постоянно. Ему там с работы пришел мыться, переодеваться. Ну, в общем, вот такое вот все. Чавкал бы тут, кушал, сидел. Поэтому это уже сейчас на самом деле следующие сутки. Ну, в общем-то, не суть. Я опять зашел, ту же самую машину купил. Boxster, Carrera 4. Тот же цвет, все. Так же самое. Ну и, в общем, что хочу сказать по части этой самой Carrera. Уже достаточно свежие машины, но управляемость у нее вот после, на чем мы там Factory Driver проходили, на Porsche 911 GT3, конечно, это просто тапок по сравнению с этим самым Porsche. Воу, что себе там, видали? Там елка упала, ее перегородили тот участок конусами. Ничего себе, не замечал. Прикольно. Хоть какое-то событие на трассе произошло. А, вот, так, в общем, вот эта Carrera, она такая неповоротливая корова. После GT3. Ну, надеюсь, что все равно все будет хорошо. Так, ну чё ж, давайте о насущном еще поговорим. Потихоньку я в Gran Turismo Sport там разбираюсь, еще вот покатал, ну и есть что сказать. Показать, к сожалению, опять же нечего. И точнее, показать-то есть что, но нет возможности. Ну, хотя бы чуть-чуть расскажу. В общем, начинают минусы потихоньку вылазить. Эйфория потихоньку спадает, и на ее место приходит
суровое осознание. В общем, такой минус, можно сказать, еще один отковырял, хотя он лежит, в общем-то, на поверхности. В общем, Gran Turismo Sport при неподключенном онлайне нельзя сохраняться. То есть игра напрочь отказывается сохранять прогресс. А, собственно, как отказывается? Вы этот прогресс и не заработаете. То есть она не только отказывается его сохранять, она еще и отказывается пускать вас в режим карьеры. Ну вот, в те самые задания, что я говорил, лицензии, там, испытания, которые являются здесь, по сути, карьерой. Так вот, она туда не пускает. И если вот отсутствует подключение, то все. Ваша дорога в аркадку. То там, ну, вы не сохранитесь. Ну, какие-то, может, рекорды там или еще что-то. То есть, вот так вот. Такая фишка была уже. Такая фишка была в четвертом Gran Turismo. Если у вас не было memory карточки, то игра тоже напрочь отказывалась пускать вас в карьеру. Ну, естественно, даже в аркаде вы не могли сохраняться. Это очень расстраивало, я сам тогда с этим столкнулся, когда у меня еще была PS2, в самый первый раз, скажем так. Вот. И вот сейчас опять то же самое мы имеем вот здесь, на PS4. Это, конечно, печально. Вот, так, ну мы с вами выиграли благополучно, 10 тысяч положили в карман. Следующий у нас Франция, Ривьера. Кстати, да, 5 трасс здесь. Будет 5 трасс. Еще на одну больше. Так, репейр, что тут у нас? Корпус не будем, вот тормоза, это нужная вещь. Поехали. В общем, да, вот такие вот дела, как бы. А, еще буквально на третий день существования вообще Gran Turismo. Ну или существования у меня, в общем. Может быть, через неделю, как она вышла. Даже меньше, наверное, все-таки. Короче, дня три назад вышло обновление. Вышло обновление. Ну, я не знаю, первое оно или нет. Вот для меня оно было как бы первым. Хотя версия игры уже 1.03 стала. Ну, изначально была 1.02. Вот, стал 1.03. Я обрадовался, думал, о, может быть, что-нибудь добавят. Ну, сингловое. Но все-таки 12 гигабайт, как бы, это очень немало. Некоторые игрушки полностью весят столько. А тут как бы обнова вот такая вот мощная. Думаю, может быть, чемпионаты добавят или какие-нибудь фишки. Они обещали еще добавить разрабы, что корректный ветер на трассах. То есть, вот, типа, деревья будут колыхаться там в правильную сторону, там пыль там развиваться туда, куда ветер дует. Но это было, на самом деле, уже в шестой части. По части пыли можно там заметить. Деревья, правда, были статичными. Ну, а здесь вот так пообещали. Ну, короче, думаю, может, какой-то динамики добавят или еще что. Но нет, скачал эти 12 гигабайт. Тоже они у меня выкачивались долго. Почти сутки. Ну, не сутки, а, скажем так, там, я вечером включил, и днем они скачались. Ну, в общем, долго. Больше 12 часов. Вот, и... Короче, там только пофиксили некоторые баги. Ну, там список есть исправлений, типа. В основном касающиеся рулей. Там некорректная работа обратной связи, там еще что-то. Причем поддержки новых рулей так и не добавили. Ну, новых, имею в виду новых старых, в смысле. Что они сейчас не поддерживаются. Вот те же всякие там Driving Force GT, Logitech старые, и, в общем, не добавили их поддержку, просто пофиксили несколько багов. Ну и, в общем,
Это вот еще раз камень в огород моего интернета, потому что интернет у меня здесь, как я уже не раз говорил, полное фуфло. И поэтому иногда я захожу в игру, а у меня даже тупо его нету интернета. Хотя Wi-Fi вроде бы работает, все подключен, но интернета там, как бы, Wi-Fi в этом нет. И вот я так и узнал эту фишку, что игра не пускает в карьеру при отсутствии интернета. Вот, так что, сами понимаете, если я иногда даже играю без интернета, то какие тут стримы могут быть? Вот такие дела, в общем, вот такой вот минус. Так что, ребята, те, у кого, если такие, конечно, есть, у кого нет интернета, Гран Туризмо не для вас. Так. Next race. Ну, 2 из 2 у нас победы тем временем. Хорошо. Да, и еще тут посмотрел немножко обзор. Там, точнее, не обзор. Ну, хотя да, это обзор. Просто очень такой короткий был. Там на Ютубе нашел ролик. Вот, оказывается, чемпионаты есть в этом новом Gran Turismo, но они, опять же таки, онлайновые. То есть, если есть онлайн, то можно подключить. Вот как это было в 6-й части. Как это было в 6-й части. То есть заходишь в онлайн заезды, и там, допустим, на 2 недели или раз в 2 недели обновляются заезды. Там есть свои ограничения, свои какие-то машины, то есть на определенных тачках туда можно зайти. То есть вот такая же система. Ну, хотя бы так. То есть там деньги дают, все. А если выиграешь, там машины дают. Вот. Поэтому, ну, хоть так, хоть что-то. Но опять же, это нужен онлайн. И не только онлайн. В смысле, а нужен PS Plus еще. PS Plus, кстати, тоже подорожал. Я вот, ну, сколько там. Я здесь 1,5 года в Корее нахожусь. И вот последний раз, когда я у себя дома играл на Соньке, PS Plus стоил там что-то на 3 месяца за 1000 его можно было купить. Ну там 990 или 999, как обычно не любят маркетинговый ход этот сделать, рублик отнять. В общем, 1000 рублей. А сейчас, чтобы купить на 3 месяца, надо выложить уже 1600. 1599. Вот, так что цена растет за эти вот месяцы, еще выросла, ну не в 2 раза, ну, скажем так, в 1,5. Так что это тоже, конечно, печально. Еще фишка, зашел у себя в это, ну вот, те игры, которые у меня есть, я их все выкачал. Вот Resident 5 хотел поиграть. Такой раз включаю режим, ну, типа, для всех, что ко мне может любой подключиться, когда я играю. Ну, в коопе поиграть. И мне раз приставочка выдает. А вы эту функцию можете включить, только если купите PS Plus. Я такой тоже удивился. По-моему, опять же таки, еще когда я был дома, вот весной, по-моему, в Resident 5 в коопе я играл без PS Plus. Хотя я могу ошибаться, но вот у меня почему-то такое ощущение. То есть они еще и вообще для всех, наверное, уже игры сделали обязательным PS Plus, ну, дабы играть в онлайне. В общем, зажимают нас, ребята, со всех сторон. Вынуждают этот PS Plus покупать.
Такие дела. Смотрите, как чернявый-то преследует. Ай. Блин, прям по пятам сидит. Тихо, тихо. Мужик, спокойно. А, вообще сделал. Ой, ё-моё. Вот, кстати, в четвертом NFS было круче сделано, что ты видел отрыв, и когда ты отстаешь, и когда ты первый едешь. Вот сейчас мы видим, да, вот рядом со временем бежит, насколько мы отстаем от него. А стоит не выйти в лидеры, это пропадет. Неудобство. То есть это... Выпилили эту фишку. Ай-яй-яй, ну задел же я его. Хотел выбить, но не получилось. Так, ладно, эту гонку мы, видимо, сольем. Ну, да. Да чё мне этот ваш рекорд, если я пришел вторым? Ладно. Радар. В общем, я не знаю, как оно там, не помню точнее, как оно на компе. Ну, на компе, по-моему, был этот отрыв, когда едешь первым, показывали тоже. Короче, извините меня, фанаты NFS-ки 5-й Porsche Unleashed, именно фанаты вот этой версии с PS1. Я знаю, что для кого-то она была для вас... даже первой игрой, и, естественно, раз это первая игра, которую вы увидели и поиграли на первой Соньке, это всегда вызывает теплые какие-то чувства. Но у меня, чем я дальше в нее играю, тем все меньше к ней, ну, расположенности, что ли. Я все больше вижу в ней ущербность. По сравнению с PC-версией этой же игры, имеется в виду. Вот, потому что я уже не раз говорил, я в детстве играл именно... Ну как в детстве, это уже не детство было. Вот, подростком был как бы. Вот, я играл именно в PC-версию на ПК своем. И там, конечно, она гораздо... Там, по сути, это другая игра вообще. А вот с NFS 4 High Stakes все наоборот. High Stakes я больше уважаю именно на первой Соньке. Вот, видите, как только выхожу в лидеры, все пропадает это. Отрывы эти. Да, дождь, кстати, играет большую роль. Сейчас едем как будто по маслу. Не в том смысле едем как по маслу, что все хорошо, а в том смысле, что едем и очень скользко. Так, аккуратней. Аккуратнее! Товарищ Скудер, едьте аккуратней. Воу! Чё-то я думал там налево поворот. Да, давайте еще... Давно-давно мы с вами об этом не общались, не разговаривали. Давайте чуть-чуть о Формуле 1 поговорим теперь. Пока нас тут... преследует этот чернявый опять. Надо выигрывать, кстати говоря. Вот, и о Формуле 1 то есть о чем поговорить.
Даниил Квят, наш многострадальный. Ребята, это кошмар. Это просто кошмар, что творится с Данией. В общем, кто смотрит гонки, наверное, уже знают, что его продолжают пинать, продолжали пинать, и, в общем, допинали до того, что вообще выкинули его из всей программы Red Bull, выкинули до окончания сезона и окончания его контракта, вообще, в общем, из команды и из всей программы Red Bull. В общем, все, теперь он не вернется уже точно в Red Bull, в Торо Росса, теперь он вольно-наемный. Вот, и это, конечно, они по-свински поступили. Хельмут Марко, этот серый кардинал, блин, в Редбуле. Когда они его уже, блин, закопают куда-нибудь. Меня так раздражает этот упырь. Ну, он реально как, я не знаю, ну, упырь просто. Кровопийца, блин. Вот, ну и я, в принципе, чего-то подобного ожидал. Я еще в прошлом сезоне говорил, что Даньке надо линять с этой команды, потому что раз они один раз с ним поступили так, ну, я имею в виду, что выкинули из Red Bull'а в Торо Росса прям посреди сезона, то значит все, они им не дорожат, он у них так, как разменная монета просто. Ну и, собственно, так оно и оказалось. Ой, печально, конечно. Вообще, этот сезон мне, тоже я об этом говорил, не особо-то нравится. Мне в борьбе за чемпионский титул не очень интересно было наблюдать, что творится. Хотя то, что Феттель полсезона лидировал, это, конечно, придавало некую изюминку и надежду на что-то, что борьба будет. Ну, и она, в общем-то, была поначалу. Вот, но потом что-то после летнего перерыва прям скис, конкретно скис. Тефтель. Вот, ну и интрига улетучилась, и вот буквально вчера было Гран-при Мексики, я результаты еще не знаю, вот сейчас у меня качается на моем многострадальном интернете как раз таки Гран-при Мексики, я не знаю, когда оно выкачается. Вот, ну, надеюсь, на этой неделе я посмотрю гонку в квалификации. Как ни странно, пол взял Феттель, Хэм только третий. Поэтому может что-то и выиграет, но ему надо отыгрывать там у Хэмилтона что-то порядка 16 очков, чтобы стать чемпионом, а я думаю, что это нереально. Поэтому уж в Мексике-то, наверное, Хэм станет чемпионом мира, уже официально оформит свое чемпионство. Вот. Ну а с уходом Дани Квята мне совсем будет неинтересно смотреть концовку сезона. Я, конечно, досмотрю эти гонки, ну чисто так, для галочки. Все-таки мне нравится просто за борьбой смотреть. Там и в середине пелетона всегда идет острая борьба. Форс Индии эти розовые пантеры творят чудеса. Вот, но... Так, я вот не глянул, что у нас там по очкам творится. Новая трасса, по которой мы еще ни разу не ездили. А где тут посмотреть-то можно? А уже нигде, да? Ах, естественно, раз Япония, то Фуджи. Так. Да, здесь тоже нет очков. Ладно, поехали. Надо максимально высокий результат занимать, и все. В общем, такие дела. Разочарован этим сезоном, конечно. А концовка так вообще сливная. Просто. В особенности для нас, для россиян. Ну, надеюсь, что Данька найдет где-нибудь себе место. Блин, ого! Вот это да, я вообще этой трассы что-то не помню. Чё себе там был? Какой этот прыжок? Там просто пропасть была. Это что за такие американские горки здесь?
точнее японский. Что-то мне эта трасса очень сильно напоминает в Gran Turismo 4 тоже была трасса, правда она не в Японии, по-моему, была, что-то типа там. Я там не говорилось, по-моему, где. А, нет, нет, говорилось. Я не помню. Типа Сингапура, чё. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, надо было хотя бы квалификацию проехать. Хоть чуть-чуть изучить ее. Пару кругов бы проехал. А так сейчас не хочется, конечно, слить в одни ворота. В общем, продолжу еще немножко про Даньку. Есть еще кошмар, вообще не тормозит все. Сломал машину. Просто тормоза отсутствуют теперь. Перекорежило еще. Какие-то доки. Ёлы-палы. Тихо, тихо, ты куда? Чё такой быстрый прям? Ага. В чё я там врезался? Там уже все это сбито давным-давно. Так, вон, радар этот едущий первым. Да, так вот, все никак не могу закончить. Места остались вакантные только в Заубере и в Вильямсе. Все, больше вариантов нет. По крайней мере пока, хотя мы знаем, что может всякое, конечно, случиться, но вот на данный момент это так. Вот. Ну и даже на эти вакантные места, так как Данька, ну, как бы долго тянул, видимо, на что-то надеялся, да, хотя он, наверное, и не знал, что вот так с ним поступят, естественно. Вот. Короче, там своя очередь уже такая огромная, что он, ясное дело, не в первых рядах претендентов на эти места. Так что, не знаю. Пока на данный момент вообще похоже на то, что, ну, это конец карьеры вообще в Формуле 1. Ну и чё, вот куда мне ехать-то, ёлки-палки? Такие вот глюки, конечно, они прям бесят. Баги. Почему они не выпускают патчи? Фиксящие вот эти проблемы. Ну зашибись. Да чтоб тебя. Да давай ты едь. Да, машина, проваливающаяся в текстуры, это классика. Первый PlayStation, блин. Хотя в Вильямс было бы, конечно, круто попасть, Даньке. Прям был бы хороший вариант. Заубер, конечно, это совсем... Да, блин. Ё-моё, ну все, шансы окончательно потеряны. Да ёлки-палки, ну что ты, вы тут это самое понастроили-то домов? Вы же знаете, тут стрит-рейсеры ездят. Вот понаставили тут ёлы-палы. Так, 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 так. А, всё. Я не знаю, тормозить сейчас надо... до того, как поворот вообще появится. Его еще и не видно даже на карте, уже надо начинать тормозить, потому что тормозов нету. Колодки Брембо говно. У нас сейчас такие же проблемы, как в Хаасе. Ромка Грожанов уже мучается почти 2 года со своими тормозами. Так и у нас.
Блин, я не знаю, хватит ли мне третьего места. Наверное, нет. Ну, этот подлец выиграл, естественно. А, так, ну ладно, смотрим, что там. Я даже что-то не знаю, сколько я... Так, 8, 6, 4 очка получил. А это 8. У нас поровну очков, по идее, должно быть с этим радаром. А нет, нет, не поровну. Ха, у меня 40. Отлично, отлично. Ну и слава богу. Фух, а я уж переживал, прям сильно переживал. Думал, что слил. Ладно, золотой кубок, 70 тысяч. Ха! Да, черт возьми, блин. Это прям одна из сложнейших гонок была в моей карьере. Так, 480 тысяч. Блин, сумма такая приятная, конечно. Почти все отбили. Так, ну что же, турнамент, да? У нас, значит, вроде давайте в Weekend Race зайдем. Чего? 356-й трофи. Вы чё здесь опять? Вон они чё тут сделали. Они взяли и здесь... А, понятно, почему Modern Era такая, ну, большая. Что процентов там 58 у нас. А уже две эры пройдено. Осталась одна только. Они вон снова все в Weekend Race запихали эти гонки, которые у нас уже были. Хорошо, что я, блин, не продавал те машины. Представляете, сейчас бы пришлось по новой все это закупать. А так у нас все есть. 300, трофи 356, ну, да. Ну, может, не прям все, но со всех эр, блин, опять все собрали. Кстати, мне кто-то из подписчиков говорил, что... Давайте проедемся, что ли, на 356-м. Благо он у нас есть. Так, какой лучше... Естественно, Б, да? Кабриолетик. Так, кто-то мне из подписчиков говорил, что если из предыдущей эры машину не продавать и перейти с ней как бы в следующую эру, то ее можно в этой эре будет продать гораздо дороже, чем она стоит, ну, в своей типа эре. Надо будет сейчас проверить. Так, давайте-ка проедемся. Вот опять же таки, это искусственное удлинение игры. Зачем это было делать? Не помню, есть ли такое на компе в Unleashed. Но мне это не нравится. Решение их. А, это как, блин, что-то похожее было в четвертом Silent Hill, что ты сначала проходишь локации по первому разу, да, все, а потом эти же самые локации все абсолютно должен еще раз пройти. Вот, так и здесь. Ты уже все это дело проезжал. Все это здесь ты был на этих машинах. Такой думаешь, ну сейчас тут, наверное, какие-то новые тачки будут. А нет, парень, еще раз проезжай все то же самое. На тех же самых машинах. Так, что за ерунда? Почему меня так делают? Что-то я ничего понять не могу. Они еще и читы им выдали здесь. В этой эре. Там, наверное, они-то движки попоменяли все. Движки там уже стоят современные, все. А я такой наивный еду тут на своем этом 356-м стоковом паршаке. Не, ну это вообще неинтересно. Как такое может быть?
А опять же, чтобы... Вот представляете, сейчас, может, там какая-то улучшенная версия действительно 356-го есть. Но она не в этой эре. Это надо сейчас выходить из нее. Переходить снова в классическую эру. Я вообще не знаю, такое возможно. А, покупать там машину. И возвращаться сюда. Я что-то не очень понимаю, как это все тут работает. А, возможно, если в подержанные зайти машины, там будут 356 и все вот эти вот старые. Сейчас попробуем. Ну, мне, конечно, интересно. Я сейчас еду, не косячу, еду как бы, ну, аккуратно. Но они просто уехали от меня вообще, вон уже 10 секунд. Уже слалом просто сдаю. Ах. Хотя помню я, когда в классической эре ездил, я, по-моему, это вот лучше взял 356. Вот он именно с буквой Б в названии. Типа там модификация Б, все дела. Улучшенная. Black Edition. Да. Они явно считернули и прям прокачали себя. Там и двигателя. В общем, все внутренности, весь шмурдяк поменяли по-любому. Единственное, вот я и там еще какой-то чувак, который едет последним. Два лоха таких наивных едут. Ну да, машине-то уже сколько? Какого она там года? 59-го? А это, ну, типа какой-то 2000-ый. Капец. Рухлить 40-летняя, ну. Обалдеть, вон они уже с той стороны едут. Ребята, вы читеры. Не, ну ё-моё, 20 секунд уже. Причем именно на прямых они прям отрываются и отрываются и отрываются. Просто там уже 22 секунды. На выходе из туннеля было 18. 4 секунды с 200 метров трассы. А в поворотах, да, что-то. Сразу до 15, а на прямой опять вот пошло. Так. Надо было в начале видео это говорить, потому что, я так понимаю, многие смотрят, ну, как бы, или пролистывая, или так, невнимательно. Да, я третий. Ну и, в общем, все равно скажу это здесь, может, кто-то услышит, кто не в курсе. Я так понял, не все понимают, где я нахожусь и в каких условиях. Потому что там по просьбам, по вашим вопросам, я так понимаю, что, ну, или не слышали, или забыли, или кто-то понял так, что раз я снова начал делать видосы, значит, я вернулся домой. Что я у себя дома нахожусь, в смысле, в Приморье там, да. Но нет, ребята, я не дома, я как был в Корее, я здесь уже полгода нахожусь, в этой самой Корее. Я же говорил, у меня уже все достало. Вот, и... Просто у меня сейчас есть время, я вот живу в квартире, да, до этого я там ныкался не пойми где. И у меня есть время сейчас, я не каждый день работаю, поэтому, собственно говоря, есть время вот позаниматься каналом. А так для меня ничего не изменилось, то есть у меня нету здесь PlayStation, у меня нет моего компа, на котором я могу там эмулятор хоть как-то второй Соньки запустить или...
купить PS2 там дома или PS1. В общем, есть просьбы пройти Gran Turismo 4 после вот прохождения Porsche Unleashed. Не получится этого? Нет. Сейчас я могу только на эмуляторе играть. Эмуляторе первой Соньки на моем ноутбуке. Я сейчас с ноутбука все это делаю. Он тоже не очень мощный. Поэтому... Ну, в общем... В такой я сейчас ситуации. Вот так. Я вот не понимаю, что 356А. У него вообще кубиков 1300, да? Как я и говорил, да, в поддержанных вот они все-таки есть. Но вот этот еще хуже, чем вот наш. Я, если честно, не очень понимаю, что делать в такой ситуации. Давайте попробуем эру поменять. Каким макаром я, правда, что-то не могу допереть до этого. Эра видео, final бонус, аборт. А, ну давайте сохранимся, кстати, еще. Я так понимаю, по тем пунктам, которые здесь есть, эру обратно на нишу нельзя поменять. Вот можно посмотреть видео этой эры, какие-то финальные бонусы, ну, сохранить и просто выйти в основное меню. Все. И что? Что мне теперь делать? То есть я по-любому не пройду с этим вот, с моим 356-м Б вот эту гонку, трофи вот этот. Да. Так, а чё в Circuit Racing? Здесь хоть современные, опять 550 Spider Cup. Он во всех есть. Бросьте его уже, бросьте этот спайдер, он уже разваливается, бедный. Пускай стоит где-нибудь на постаменте и на него любуются, как на классику. Хватит на нем ездить. 917-й. Ну вот, GT3 хотя бы появился кубок. GT2 и GT1. Ага. Хорошо. То есть все равно опять по кругу все эти классические старые модели будем тут юзать. Все ясно. В общем, основная тут будет проблема, это вот эти вот заезды, по-моему, уикенд, а не турнир, который там в классах расположен у нас. Ладно, давайте на этом завершим. Серия и так уже достаточно долгая. Вот. Ладно. Мы перешли с вами благополучно в современную эру. Тут, ну, как я думал, будут чисто современные тачки, но нет, нас все равно заставляют опять проезжать на этих стареньких дроволетах. Да еще и так по-читерному. Ну ладно, может, что-то придумаю. Может, вы что-то знаете, что не знаю я, напишите в комментариях, как вот с этой проблемой сейчас разбираться, что вот, ну, не тянет наша машина, и что? Что нам с этим делать? А, может, у кого вот эта игра была любимая, лучшая, как бы помнят еще, что можно сделать. В общем, жду подсказочек ваших в комментариях. Вот, ну а сейчас давайте попрощаемся. С вами был, как всегда, Скудер. Канал «Ни слова об играх». Подписывайтесь, комментируйте. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, пообщаюсь с вами. Все, всем пока-пока, увидимся в следующей серии.